Привет, бро, меня зовут Пози. Сегодня мы с тобой продолжим строить наш Позиленд в рафте, и давайте же вспомним, на чем мы с вами остановились. О, я снова проснулся. Шикардос. О, картошечка выросла. Братюни, в общем, сегодня мы с вами попробуем достроить наш плотик. А нам нужно собрать нашу воду. Воды у нас осталось довольно мало. Нам нужно пожарить картошечку, хотя бы одну. Вот так вот. Посадить 3 картошечки, как раз 3 штучки использовали. И также построить штуки, с помощью которых мы сможем добывать ресурсы. Ладно, давайте попробуем закрафтить сетку. Блин, черт, у меня проблемы. Может быть, добыть по-быстрому сырую рыбку? Да, давайте быстро зарыбачим. Готово, плюс 1 рыба. Поедим. Ну, хоть чем-то подкрепились. Еда как-то очень быстро тратится. Это вообще нормально? Итак, берем наш молоточек. Нам нужно докрафтить нижний плот. Нужно его немножечко расширить. Соберем нашу грядочку. Неплохо, неплохо. И посадим обратно. Блин, надо все это успевать собирать. Как хорошо, что наш плот довольно широкий. У нас есть гигантская территория, по которой мы можем передвигаться. Нет, нет, у меня тяжелый выбор. Либо 2 бочки, либо акула. Ладно, добьем акулу и быстро собираем бочки. Готово. Давай. Опа, опа. Интересно, когда у нас весь инвентарь забьется? У нас очень много этих жестянок, они же нам по факту вообще не нужны. Лишний дропчик, хороший дропчик. Вот так вот, вот так вот. Готово! В ширину наш плот почти готов. На что мы можем потратить все эти жестянки? Я думаю, по-любому есть что-то, что мы можем крафтить на это. А, ну, кстати, да. Мы можем закрафтить эту штуковину. Поставлю ее сюда. Теперь нам нужно закрафтить сетку. Начнем, пожалуй, просто с одной сеточки. А на второй у нас просто не хватает ресурсов. Крафтим веревки. Так, я хочу сразу несколько заготовить и сразу их поставить. Вот так вот, 3 штучки. О, да! Уху! Эта штука работает. Чем больше, тем лучше. Вау, еще бочки словил. Отлично. Довольно полезная штука. Вот если бы она еще и воду готовить умела. Досочки, досочки мои. А, черт, тупая кобыла. Уходи. Отощел. Вонючка. Он, конечно, безумный засранец. Вот этого я сейчас от него вообще не ожидал. Взял и закабанил меня. Я к тебе относился почти как к сыну. Крафтим еще одну сетку. И ставим сюда. Оу, yeah! Блин, уже так непривычно, когда все это само как-то добывается. Во! Офигительная штуковина. Бочку поймает? Поймает бочку. Прям как миленькую. Наш этаж будет довольно большим, поэтому я хочу сделать его пообширней. Так, здесь мы ставить не можем. Рили! Снова ставить этот фак. С этим у нас не должно возникнуть проблем. Главное, чтобы все время хватало ниток. Больше плот я не собираюсь делать, потому что, ну, пока что этой территории нам достаточно. Вау, здесь есть стены! Кстати, стены нам не помешают. Снова я забыл про этот папоротник, что он нам нужен для постройки стен. Ну, короче, как мы будем тебя строить? Вот так поставим, вот так поставим. А-а-а, снова ты задыхаешься. Ну, ты и неугомонный, конечно. У нас места в инвентаре почти нет. Из-за этих жестяночек. Строим. Готово, потихонечку расширяемся. А-а-а. Вовсе не обязательно было строить снизу. Ой, снова посмотреть на него. Ой, ой, снова жалуется, снова хочешь кушать. Опять работа. Поставим еще одну стену. Виндоу. Вот как-то так. Правда, теперь нам нужно разрушить все это. О, поплыл, абракадабра. Кракозябра. Ах ты, ах ты на сетку напал мою. Бьем, пока он до конца не утонул. Офигевшая падла. Вы это видели? Ты вообще страх потерял. Я когда-нибудь смогу напиться этой чертовой водой. Место в инвентаре закончилось. Рили? Такое бывает. Видимо, все к этому шло. Будем делать себе красивый пейзаж. Видимо, пришло то самое время, когда нам нужно избавляться от этих жестянок. Давайте их будем топить. Вау, просто бесперебойная подача ресурсов. Ладно, выкинем еще чего-нибудь. Например, снова вот эту штуку. Давайте 2 их выкинем. Мне, конечно, жалко, у меня сердце кровью обливается, но приходится. Ох, какой вкусный Кевин. Итак, что мы здесь продолжим строить? Возможно, нам потребуется потолок. Здесь можно сделать как-то потолок? Думаю, можно. Ставим вот эту штуковину. И вот эту штуковину. Куда-нибудь вот сюдашеньки. А сверху все это накрываем этажом. Во! Во! Наш райский уголочек. Ну, короче, как-то так получается. Нет! Падла! Тупая вонючка! Ты этого не сделаешь? Фу! Отогнал! Снова нужно ставить этаж. Нам просто не хватает территории. Поставим сюда тогда. Вот так. И... Почему ты не хочешь ставиться? Ладно, видимо, нам придется все это испортить столбами. Ты снова... Ты... Ты... Водохлеб!
Как ты столько пьешь? Сколько в тебя это все вмещается? Хлебалка-то не треснет. Но, как говорится, хорошо то, что хорошо заканчивается. Сейчас мы все это исправим. А вот это мы не исправим. Ну и ладно. Короче, какой-то такой у нас райский уголочек. Выглядит он неплохо. В принципе, мы скрафтили все, что только могли скрафтить. Хотя, я еще раз проверю. Да! Мы скрафтили абсолютно все. Не знаю, что можно еще придумать в рафте, поскольку все это уже сделали за меня. Но я буду ждать обновления этой игрушки. Наш остров никуда не денется. Он будет стоять на одном месте. И поэтому, если вы хотите продолжение рафта, то обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами был Пози. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео. Всем адьос! Playtime!